Сериал расскажет историю, которая началась еще в 1998 году и имела свое продолжение до сегодняшних дней. Группа 17-летних подростков, учившихся в одном классе, только открывает для себя понятие о настоящей любви. В погоне за личным комфортом они решают не дать любимой классной руководительнице уволиться из лицея. Их план заключается в том, чтобы свести ее с новоприбывшим учителем физкультуры. По их логике, когда они полюбят друг друга, она не захочет увольняться, и они вдвоем продолжат работать. Что-то в их плане идет не так. Романтические отношения между новеньким тренером по баскетболу и классной руководительницей не идут по плану подростков. Со временем ребята осознают, что влюбленность – это очень сложный процесс, который невозможно контролировать посторонними людьми. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии.